У акул одни из самых чувствительных носов в царстве животных. И они могут учуять малейшее количество крови на расстоянии больше километра. Они нюхают в режиме стерео, поворачивая голову в разные стороны, чтобы понять, где крови больше всего. А то, что они не могут унюхать, они чувствуют. В носу тигровой акулы есть электрорецепторы, которые улавливают даже незначительные движения под водой. Эта группа приметила банкет. Они собрались вместе и как стая поднимаются к рифу, чтобы проверить.